Бетховенская тропа. Ранним утром по Бетховенской тропе, заложив лапы за спину, медленно шел заяц. Солнце только что поднялось, воздух еще не прогрелся, и вокруг было прохладно и сумрачно. «Хорошо вот так идти и дышать», — думал заяц. «Хорошо вот так идти, дышать полной грудью и смотреть по сторонам». Зайцу было так хорошо в это утро. Солнце так нежно освещало верхушки деревьев, что заяц тихонько запел. «В карловых варах все еще спят, заяц не спит, он идет по дорожке. Заяц не старый, очень усталый, дедушка всех карловарских зайчат». «А хорошая получается песня», — подумал заяц. «Такую песню не стыдно и ежику спеть, и медвежонку, и муравью. Только надо придумать дальше». И он пошел, мурлыкая мелодию и подбирая слова. «Вот я иду, и кругом никого. Вот я иду, и гляжу на деревья. Полон участия, полон доверия. Самого лучшего полон всего». А ведь правда, подумал заяц, так хочется кому-нибудь что-нибудь такое сделать, чтобы сказали «Спасибо, спасибо, заяц!» «Не за что», — сказал бы я, — «не стоит благодарности». «А вот что бы такое сделать и кому?» И он пошел, напевая дальше. «Все, что имею, готов я отдать. Все, что имею, отдам без остатка». «А что у меня есть?» — подумал заяц. «Ведь ничего нету. И незаметно стану украдкой со стороны из куста наблюдать». Вот. Заяц остановился. «Надо сделать что-нибудь хорошее-хорошее, а потом залезть в куст, чтобы никто не видел и оттуда глядеть». Солнце поднялось высоко, а заяц все шел по Бетховенской тропе и пел. «Небо, спасибо, спасибо, трава, солнце, спасибо, спасибо, деревья, вы оказали зайцу доверие, кругом у зайца идет голова». И так вышло, что в это чудесное утро заяц ничего такого не сделал. Никому ничем не помог, никого не спас, ни с кем ничем не поделился. Но когда он допел песню до конца, у него было такое чувство, будто он спас тысячу зайчат, помог старому муравью, выручил ежика, поделился последним с белкой. И отчего это так получилось, заяц так и не смог понять. Просто он пел свою песню и был счастлив.